На стадионе 28-й школы состоялась зарядка с участием представителей Мытищинского отделения организации «Молодая гвардия». Также в ней принял участие секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов. Были показаны простые, но эффективные упражнения, позволяющие привести в тонус мышцы и зарядиться хорошим настроением на весь день. Физическая активность как профилактика очень важна для организма, особенно в период распространения сезонных простудных заболеваний и коронавируса. Сегодня мы с молодежью, с потенциальными избирателями собрались на свежем воздухе на территории школы номер 28 городского округа Мытищи для того, чтобы провести совместную зарядку с председателем Совета депутатов городского округа Мытищи Гореликовым Андреем Николаевичем. После физических упражнений Андрей Гореликов пообщался с молодежью и ответил на все вопросы.